Суток. Решил мужчина еще раз делать видосик уже, но с мини-системой, мини-дисковой системой Sony. Вот она. Это моделька, мужики, MDS S50. Почему вот именно эта модель? Потому что она мини-диски играет в формате LP. Фирма Sony сделала вот такую вот фишку. Потому что начали появляться конкуренты. И запись начали делать в LP. И если поставить на другом каком-нибудь аппарате, на Kenwood, допустим, звука не будет. Трек будет идти, счетчик будет показывать. Но пропишет, что no. Нету аудио поддержки. Трек идет, а музыки нету. И вот здесь у меня на мини-диске. Вот мини-диск. Вот такой, мужики. Просто не знают. Все знают, нет. Вот показываю. Вот его загружаю. Вон, вот здесь вот индикация LP. Сейчас покажу. Не видно, наверное. Вот это LP. Она загорится. И на этом диске 32 трека. Вот. Значит, сделаем наверное, он даже, видите, прописывает, что записано было. Ну давайте включим. Значит, до этого играл видеомагнитофон Sony стерео шестиголовочный, сделал запись на VHS кассету обычную, вот с такого телефона, вот такая, такой звучок идет. Ну давайте, значит, вот таких, такой пультик, мужики. Мини-диск. И есть побольше еще. То есть два типа. Значит, это 50-я модель. Вот такая темненькая, она небольшая. Видите, вот если брать, да,
деки вот мужики собирают, то вот это вот, видите, она компактная, трапеция. Значит, тут вход-выход на этой системе задней части. И все. А оптики нету. Ни входа, ни выхода. То есть только вход и выход. Все. Давайте включим тему и послушаем, как он воспроизводит музыку вот через такие вот колоночки. Это RX-99, сверху Yamaha. И по бокам я вам показывал. Это чисто японские от телевизора колоночки. На саран поставил. Давайте включим тему. Вот. Все начало грузиться. Так, понятно. Я не переключил трек на ресивере. Сейчас, момент. Так, не то. Тоже не то. Во. Вот однажды влюбилась Танечка, влюбилась будто в омут с головой. Ей говорили ее подруги: Таня, 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 не води его домой. Только не ходи с ним, не ходи. Только не носи на руке колечко. Только не люби его, не люби. Разобьется твое сердечко. Только не ходи с ним, не ходи. Только не люби его, не люби. Идет с мини-системы, с мини-дисковой системы, все время путаюсь. Значит, ну что могу сказать, приобретайте аппаратуру вот такую, мужики. Чем она хороша, что она считывает LP. Вот смотрите, давайте я вам сейчас звук убавлю и покажу, минимум сделаю. Так, вот я включаю и листаю треки. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот, видите, загорелся индикатор. LP. Не видно так. Все. То есть на других аппаратах звук не будет идти. Здесь звук идет. Разговоры по автобану не гоняют пешком, а у ларька не встретишь олигарха. Так что приобретайте, мужики. Значит, у меня еще есть, появился, нарисовался на горизонте такая же моделька Sony, только MCD-39. Там бегающая индикация, значит, поле и... Но он не LP. Зато есть вход-выход этим тюльпанами и оптикой вход и выход, мужики. Классный аппаратик я потом сделал. Он цвет такого же, как Yamaha. Ну, как вот это вот. Колонки, этот, как и ресивер Yamaha-овский и Sony 915. Вот такой вот видосик решил сделать. Сильно не судите. Вот такой звучок идет. Вот я в поселке, мужики, балдею. Вот под такой музон. Приехал, поработал, устал, зашел к себе в домик.
врубил песней и сижу, слушаю, балдею. Или дальше пошел работать, погромче сделал и вперед. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Не болейте, не хворайте. Берегите свое здоровье и здоровье близких вам людей. До свидания. Большое спасибо.